Один из важных шагов в предупреждении распространения коронавируса – самоизоляция. На связи с нашей студией Валерия Толстова, которая недавно вернулась из Арабских Эмиратов. Она оставила в аэропорту все свои данные и добровольно ушла на карантин. Валерия, здравствуйте. Несмотря на то, что в Арабских Эмиратах заболевших коронавирусом столько же, сколько и в России, а может быть даже чуть меньше, потому что страна очень строгая, я все равно решила устроить себе домашний карантин. Моя помощница покупает для меня продукты, оставляет возле входной двери, выкидывает мой мусор, который я тоже оставляю за дверью. То есть я минимально контактирую с внешним миром. Я думала, что мне будет так очень скучно, но на самом деле нет. Жизнь такая же насыщенная. Я очень много работаю, решаю рабочие вопросы онлайн по видеозвонкам, занимаюсь с преподавателем по скайпу китайским, много читаю, занимаюсь домашними тренировками. Валерия, как вы себя чувствуете физически и морально? По поводу симптомов коронавируса прошла уже неделя. Чувствую себя прекрасно, никаких симптомов нет, но все равно еще неделю точно буду сидеть дома.